Всем привет, с вами ТАСС, и снова опять пила. Не могу простить тебя за то, что ты сделал со мной и со Стивеном. Мы все здесь из-за тебя, детектив. Да пошла ты, блин, я тебя задницу твою спас, блин. Как в прошлой серии мы освободили вот эту вот собаку, которая нам сейчас предъявляет, блин. Точнее, мы ее спасли, она нам еще предъявляет о том, что мы такие плохие. Ну что ж, поехали дальше. Будем смотреть, что тут. Так, что за звуки? Ты идешь, ты слышишь? Понятно. Ну и сиди там. О, манекены. Ага. Тут что у нас? Вроде ничего. Какие страшные звуки-то, а? Сосновая палата. Это что еще там? Чем это они там занимаются? А естественно. Прости, Дэвид. Но ты заслужил это. Он сказал, если я дойду сюда, то смогу уйти. Я ухожу. И мне... мне не стыдно. Ах, да ты что? Собака, ты продажная, а? Да чтоб ты там где-нибудь, это... подохла, блин. Посмотри, какая, а? Вы быстро теряете друзей, детектив. Уже делаете выводы. Что? Дурак, что ли, блин. Вот так всегда спасаешь. Бляха, хоть бы кто бы спасибо сказал бы, нет. Каждый суслик агроном тебе предъявит и скажет, что ты вообще дно, блин, и ты никто. Так. О, схема газовой ловушки. Давай возьмем. Всегда пригодится. Так, чтобы никто не заперся сюда, давайте закроем. Так, подожди. Сломанный человек, детектив, разбитый на части, как человек в конце этой палаты, человек, разрушивший вашу репутацию, часть за частью. Станете ли вы помогать ему? Для этого нужно найти фрагменты пазла, соберите их воедино, и на шаг приблизитесь к разгадке, к моей поимке. Это опасная игра, детектив, но лучшие игры всегда опасны. Я ж до тебя доберусь, ты такой, блин, ты... Так, это еще что такое? Подожди. Гвоздь.
не, но это всегда может понадобиться. Я, конечно, сомневаюсь, что там... Да что там происходит, я не пойму. Что-то, мне кажется, тикает. Так, ладно. Вот, переха закроем. Это еще что такое? Так. Подожди. Что за звуки? Что там происходит? Смотри, а вот это что за люди такие, а? Блин. Так, ну шприцы у меня... А, не помню, а, отлично. Остальная лампа зачем? Фонарик. Ну давай фонарик. Кажется, с фонариком. Так, окей. Так. Так, ты лучше сразу скажи, кто ты. Вот это вот. Верный Ёб твою мать! Блять, напугал. Ну и чё? Да ударишь. Это конец. Да ты. Твою жизнь конец. Ты слышишь?
Ты уже труп! Да, луню. Дальше ты его... Твою мать. Время вышло. Твое время вышло. Вот то блюдо-то, а. Короче, собака, блин, ты посмотри, блин. Вообще обнаглела. Так, а тут чё? А. Вообще не понятно. А, я круг, что ли, сделал? Да воткнись туда, блин. Да ёб твою. Давай сюда. Сдохни, собака. Давай, иди сюда. Подошел. Уходи, я предупредил. Давай, подходи. Уходи, я предупредил.
Ты больной, что ли, блин? Ты еще вернешься, я буду ждать! Вот ты пес, слышь, чё? Не захотел попадаться на ловушку, а? Вот ты, блядь, посмотри, какой... говнюк. Становится все напряжение и напряжение, ты посмотри как, а? Блин. Взорвутся, когда таймер достигнет нуля. Найдите нужную комнату до взрыва. В одной из комнат есть средство, чтобы обезвредить взрывчатку. Решение головоломки зависит от вашей точки зрения. Ну, отлично просто. Подожди. Чё там, 201, что ли, да? Да ёб твою мать, а! Заряды вокруг вас взорвутся, когда таймер достигнет нуля. Найдите нужную комнату до взрыва. В одной из комнат есть средство, чтобы обезвредить взрывчатку. Решение головоломки зависит от вашей точки зрения. Да ты куда ж ты, ёперный карась-то, а? Заряды вокруг вас взорвутся, когда таймер достигнет нуля. Заткнись. В одной из комнат есть средство, чтобы обезвредить взрывчатку. Решение головоломки зависит от вашей точки зрения. Что-то все перестало.
А чё так? Почему? Не понял. А что случилось? Да хорош, ты серьезно, что ли? Кто ты? Уточни, пожалуйста. Ты чё хочешь сказать, что я её обезвредил, что ли? Да хорош. Давайте ещё раз посчитаем тогда. Так, фонарик. Блин, мне что-то не очень нравится вот этот с фонариком бегать. Я как-то с зажигалками ближе. Твою... Блин. Заряды вокруг вас взорвутся, да когда таймер достигнет нуля. Найдите нужную комнату до взрыва. В одной из комнат есть средство, чтобы обезвредить взрывчатку. Решение головоломки зависит от вашей точки зрения. Да я понял, заткнись. Нету вот это тут чё закрыть, зачем мне закрыть, так, ну бесполезно, чё тут нет. Отлично, вы на
нашли фрагменты сосновой палаты. Найдите другие фрагменты в дубовой палате, чтобы спасти жизнь. Это только начало. Приятно, когда вас осуждают. Ой, в одной сосунки, в другой дубки, блин, да, значит. Какие вот прямо для сосчет. Так, что это за блин, ну ты как-то упал туда, ты мне скажи, а? Давай назад. А чё? Отойди, твою мать. Давай. Дебил, блин. Ты упал, я тебя просил, чтобы ты падала. Дайте только выбраться, я... Что я? Напишите статью обо мне. Вы уже и так много сделали, Освальд. О, черт! Ты он! Ты конструктор смерти! Это имя дали мне вы. Ваши слова изменили отношение людей ко мне, невзирая на правду. А теперь слова бесполезны. И что осталось? Карась.
пошел ты в задницу. Ты испортил мне жизнь. Да ты сам себе ее испортил, дебил. А куда он делся? Странный малый. Вот труба. Вот это хорошая, я думаю, штука будет. Так, а значит... Так.
Да иди ты нахуй, заебал. Нахуй мне нужно в таком случае. Ебаться полтора часа надо. Труба могла сломаться, кто мне объяснит, что за идиотизм. Thank you.
что. Да в смысле иди. Это еще что такое? Мы могли пережить смерть напарника детектива Синга, если бы не этот человек. Человек, создавший против вас фантомные гонения лишь ради славы и наживы. Зачем? Нет, вот бита. Вот. Вот это дело хорошее. Стальная труба, блин, надо тоже ломать. Морозом какой-то, как стальная труба может поломаться, блядь. Ты дурак, что ли? Ты чё ж пугаешь так, а? Сам удавился, что ли? Заперто. Заслон ходит, не пойму. Какая там лошадь? Так, так я помог тебе, верно? Помог нести слово или как его? Так, так ты отпустишь меня? Боюсь, я не могу этого сделать. Вы помните детектива Деба? Ага. Тот коп, что не мог тебя поймать. Ты его порезал и убил его напарника. Вы гнусно утверждали, будто мы с ним один человек. Я считаю, воздавать нужно по заслугам. Вы разрушили его жизнь постоянными лживыми заявлениями. Слова имеют силу, Освальд, но дела тоже. Ну и чё ты мне сейчас хочешь сказать, что я этого дебила должен спасать буду? Да пошел ты, блин. Свободу тебе. Мне нужен клюв. Хрена,
два ты там получишь. Обоим сейчас достанется, уроды, блин. Посмотри, а. И чё? Да блин. Нет, чё надо. Так, мне надо. Ёб твою, ну как ты не успел, ты мне скажи, ну почему? Ах, господи.
Да зачем ты мне это загадка. Так, и какие что-то починившие руки. Так, куча. Может, тут 617? Так, а чё? Нашел я код. Да ты посмотри, выйди ты отсюда.
вообще не пойму, блять, что сделать-то надо. Иногда эти загадки такие тупые, что прям пиздец, хуй поймешь вообще, что сделать-то надо, чтобы, блядь, разгадать-то её. Где этот... Да нахера мне эта рука, манекена? И чё? Теперь вы видите, что правда раскрывается, когда на нее проливают свет. Тайны тлеют во тьме. Это испытание и вашей воли, и его. Не просто вынести клевету. «206 Гарри», значит. Роги, зарыгающие радуги. Интересненько. Проходов и хер пойми куда. Хер пойми куда надо. Естественно, блин, я же хотел вдруг. Ой, только не это, ёпта. И чё ты хочешь? Бляха. Маразм.
Только не говори, что... Хорошо, давайте сходим в другое место. Давайте сюда что-то сходим. Тут мы были или не были, я уже что-то её... Тут хер поймешь, не помню. Да не, дебил, блядь. Да ты издеваешься, сука. Блять, опять заново, да ёб твою мать, а. Ссылочка, блин, к игре, да ладно. Ха-ха. Прикалюшка. Ножницы, зачем мне ножницы? Да че я с ними, с этими ножницами сделаю, блин, они. Да нет же, долбоёб, да что ж ты делаешь-то, а? А-а-а, ему дак тупой, блядь, а? Да
ты издеваешься? Опять эта долбанная загадка, блин. Да я в жизни никогда опять не решу. Так. Ай, блядь. Пиздец, блядь. Иди ты нахуй, блядь, сегодня. Короче, давайте на сегодня закончим. Не хочу. Достало мне это загадку. Не хочу я сегодня решать. Давайте, всем до связи. Всем пока.